Доброго дня, шановні глядачі. З вами я, Олександр Лущенко. І ви дивитесь передачу «Шанс бути жінкою». У нас сьогодні в ефірі дві красуні, чарівниці, гарнюні, два професіонали з великої букви – Оксана Лялько і Марина Віщеня. Оксана Лялько – арт-коуч, акторка, сексолог, експерт по взаємовідносинам між чоловіком та жінкою, засновниця Центру жіночого розвитку «Pretty Woman» міста Київ. Здравствуйте. Марина Віщеня. Сексолог, сексотерапевт, психолог, тілесно-орієнтований терапевт, засновниця Центру розвитку жінок «Pretty Woman» міста Київ та керівник школи щасливого життя міста Дніпро. Здравствуйте. Тема сьогоднішньої нашої передачі досить цікава. Ну, напевно, в першу чергу для мене, тому що в мене проблема з цим явищем. Це тайм-менеджмент щасливого життя. Як людині управляти своїм часом, щоб скрізь поспівати, щоб завжди бути в струї, завжди робити те, що хочеться, був вільний час для себе, для розвитку і, саме головне, для того, щоб створювати своє життя щастя. Скажіть, будь ласка, дівчата, коли ми живемо, коли ми плануємо, коли ми вистраюємо, вибудовуємо якісь плани, на що ми опираємося? Де взяти от поняття часу? Ну, в первую очередь, хочу сказать, что это одна из моих любимых тем, и божественный тайм-менеджмент, богейский тайм-менеджмент, тайм-менеджмент счастливой жизни. Он заключается в том, что это немножечко не тот тайм-менеджмент, о котором говорят в бизнесе. И одна из основных таких вот фокусов, один из основных фокусов внимания в тайм-менеджменте – это цели. В первую очередь мы прописываем цели, направление, вектор, куда нам двигаться и на что нам тратить время. Потому что где найти время – это один вопрос. А для чего найти время – это второй вопрос. Вот все так хотят все успеть и проживают вот чужие жизни. А хочется прожить свою жизнь, сделать счастливым себя. И я всегда говорю, что делать нужно каждый день только то, что продвигает вас к вашей цели. Поэтому прямо сейчас, прямо сегодня найдите, пожалуйста, в Ютубе передачу о целях. Вспомните, прописали ли вы цели, сделали нашу ли вы ревизию, нашу передачу, конечно. А сделали ли вы ревизию вообще своих целей? Сейчас как раз такое время новогоднее, да, когда самое время ставить цели на следующий год, загадывать желания. Підводити черту, дивиться, чого не досягли в цьому році, що прогавили, і ставити цілі, напевно, на майбутнє. Те, що могли досягнути цього року, да, виконувати в майбутньому. Я часто бувала раніше і буваю на тренінгах по управлінню временем, і там стільки всього говорять, але взагалі ніколи не говорят о целях. Мне это кажется странным, потому что цель как раз это то, что предшествует тренингу по управлению временем. Если у вас есть цели, тогда сегодня вам будет чем заняться после нашей передачи. На что мы спираемся, когда плануем свое життя? Конечно же, на наши цели, да, то есть мы смотрим, куда нам двигаться. Чтобы выше понять на цели? Сейчас я продолжу. Да. Чтобы мы понимали, куда нам двигаться надо, то, естественно, мы должны понимать, что нам для этого нужно сделать. А если, как в сказке, да, «Алиса в стране чудес», если ты не знаешь, Алиса, куда тебе идти, то ты не поймешь, как к этому прийти, правильно? То есть вы должны четко, у вас должен быть алгоритм, чего вы хотите, куда вам двигаться. И, естественно, обязательно еще важный тут момент, да, на что опираться, это, естественно, опора на себя. То есть вы должны понимать, что все зависит от вас. То есть весь ваш тайм-менеджмент, да, все ваше распределение времени, это, естественно, только зависит от вас. Никто не придет и не распределит вам, что вам нужно делать. Разобратись в житті, чого хочеться, які були цілі. Зайти на YouTube, подивитися нашу передачу? Конечно, да. И плюс еще, если у вас уже составлены цели, вы уже знаете, куда двигаться, обязательно номер один пункт, вы должны прописать все, что у вас, как бы, все дела незавершенные. То есть это вас, как бы, вычистит ваши такие задворки подсознания. То есть зафиксувати всі свої борги, от той шлейф, який тягнеться назад, той якорь, да,
вирішити для себе, що ці справи я закінчу, ставлю там жирну кому, більше вони Якщо мене не вони переслідують. Якщо вони вам не нужні, ви їх можете просто записати і вибросити. Да? Тобто є якісь... Вирішити, чи потрібні, чи ні. Да, обов'язково. Тобто, якщо вам щось потрібно доділати, ви говорите о собі, ага, я ще хотів вот это, мені треба зробити це, мені треба двигатися сюди-то, да? Либо же ви говорите, это я уже, мені це вже не нужно, я це вичеркиваю, вибрасую, щоб ви почистили своє пространство, так сказати. Можно проанонсировать наше занятие, да, которое как раз мы будем проводить. Будем учиться ставить цели. Будем ставить цели на 2017 год. Поэтому приходите, пожалуйста. Вся информация есть в наших группах и в нашем номерам телефона. По-перше, шановні глядачі, всі, хто хоче, хто не бачив передачу про цілі, шукайте на порталі youtube.com нашу передачу, яка називається «Шанс бути жінкою цілі». Ну, здається, якось так. Знайдете. Так вона і називається. Да. Шукайте групу дівчат «Шанс бути жінкою» та «Pretty Woman» в соціальних мережах. Ну, це Facebook, трошки ВКонтакт, жодних однокласників. Додавайте, задавайте питання, передивіться ще раз передачу. Дівчата, питання. От є люди, які живуть от безсильно, да, от вони вважають, що ну навіщо ставити якісь цілі, навіщо займатися якимось там тайм-менеджментом, які дурні англійські слова запозичені. Може, краще отак пливти по життю, от по течії, і десь до якогось берега та приб'є. Если вы не знаете, куда плыть, никакой ветер не будет вам попутным. Вот в чем дело. То есть вы остановитесь, я вам сразу говорю, и у вас будет такое ощущение, как будто бы вы в пробке стоите. То есть энергия уходит, бензинчик вы свой жизненный, да? То есть, ну, когда мы стоим в корку, мы, напевно, куда-то едем, есть какой-то напрямок. Ну, непонятно, в общем, куда. То есть мы остановились, все нам сигналят со всех сторон, ну, чтобы мы ехали, а куда ехать мы не знаем. Назад сдавать, вперед, направо, налево. Ну, там лише прямо. Прямо, по-іншому да? не буває, да. Це з правил дорожнього руху. Но скажіть, будь ласка, ну, чи взагалі варто планувати життя? Що ви рекомендуєте? Конечно, первый залог вашего успеха, да, вашем тайм-менеджменте – это планирование. Обязательно должен четкий составлен быть график. Насколько дрібним повинно быть это планирование? Смотрите, исходя из ваших целей, да, куда вам надо прийти, ваш график должен быть составлен на год, на месяц, на неделю, на день. То есть каждый день вы должны открывать свой ежедневник, да, либо же открывать там вашу записную книжку, ваш телефон, где вы заметки делаете, и в календаре смотреть, что у вас сегодня. Если у вас не прописано это, если вы не знаете, что у вас нужно вам сегодня там-то побывать, то-то сделать, да, за этот день, да, вы этого не сделаете, потому что у вас это вылетит из головы, вы забудете, кто-то отвлек, куда-то пошли, еще что-то. Если у вас четкий есть план, вот очень часто успешные люди, да, говорят, я очень люблю наблюдать за такими людьми, и они говорят, я никогда не откладываю не то, что даже на завтра, то, что можно сделать сегодня, я не откладываю на вечер то, что я могу сделать сейчас. Я когда это услышала, для меня это был очень показательным примером, что действительно я наблюдаю за людьми, которые вот не планируют, да, свой день, свое время, у них нет вообще за правила. Они думают, ну, сделаю, ну, сегодня, ну, вечером. Вечер наступил, они не сделали, да, потому что у них не было четких временных рамок, что сегодня мне нужно закончить тут-то работу. Если вы не сделали это сейчас, никогда не говорите, у меня нет времени. На самом деле это нет времени у тех людей, у кого оно не прописано. Если вы знаете, у вас в 9:00 в блокнотике вашем записано, в понедельник то-то, в 12 у вас то-то, в 2 у вас то-то, в 5 у вас то-то, то есть если у вас весь день, и вы четко следуете этому, вы успеете очень много на самом деле. А когда у вас этого нет, то, конечно, вы будете так. Тут я могу 2 часа там марафет наводить, 3 часа там пойду, посижу, подумаю. Сейчас балансовка такая, когда немає чітких кордонів. Тут вы застряли в соцсетях. Рамок. Да, тут еще у вас что-то отвлек, а если вы знаете, у вас все по пунктам, все по графику, вы не отклонитесь от вашей цели, вы будете идти, и вечером стяжка у вас... сбыты. Конечно, и вечером у вас будет настолько много, аж вы как бы проделали много работы, да, вы в принципе и подустали, но когда вы будете видеть, какой у вас был насыщенный, продуктивный день, вы будете настолько довольны и горды с собой, что у вас будет наоборот появляться энергии еще больше, и вы будете смотреть, так, что у меня завтра, что мне надо, куда пойти завтра, поэтому очень четкий алгоритм планування вашого дня, ваших дій. До вас, в вашу школу, приходять дівчата
зі своїми проблемами. Ну, наприклад, приходить дівчинка, каже, от, у мене проблема, я от бовтаюсь по житті, я не встигаю ніде, я не планую своє життя, допоможіть мені, є проблема, вилікуйте. З чого ви починаєте? Що ви, от самі ази, що ви рекомендуєте своїм ученицям, своїм клієнткам? В первую очередь это поставить цели, во вторую очередь приобрести ежедневник. Цели вы не сами себе ставите, что вы им помогаете? Ну, мы уже это, да, обсуждали этот вопрос, что цели мы прописываем вместе, они нам сбрасывают. Вытягиваете из людины цели? Нет, смотрите, мы их учим, как это сделать, они нам говорят о своих желаниях, дома они сами превращают свои желания в цели, сбрасывают нам на проверку. И мы... А какая разница между целью и желанием? Ну, во-первых, это у нас была целая программа посвящена этому. Я думаю, ну, чтобы сейчас... Есть некоторые люди, которые снова-таки повернутся после этой передачи на YouTube, еще раз передивляться. Да, поэтому рекомендую просмотреть. То есть мы сейчас можем затронуть частично, да, вершину айсберга, но там у нас целая программа, и люди смогут углубиться в эти знания и понять четкий алгоритм действий. Поэтому сейчас как бы поверхностно... Желание — это просто желаю там нюхать розу, да, а цель — это посадить эти розы, чтобы я потом мог ее все время... Цель – это нюхать. То, что нужно достигать. Вот когда говорят, у меня не сбылись цели, я говорю, они должны были сбыться. А вообще цель от желания отличается тем, что цель нужно достигать. Да, насправді, що раз у нас же мова йде про планування. Шановні глядачі, хто не бачив передачу, після того, як закінчиться ця передача, йдемо на YouTube. Шукаємо шанс бути жінкою і плануємо десь півгодинки дивитися випуск про цілі. Ну, це чітко починаємо жити за правилами і планувати свій час. Скажіть, будь ласка, от як мотивувати себе вести щоденник? Ви сказали, що ви вашим дівчатам кажете поставити цілі, завести щоденник і планувати свій день. От як от себе заставити? Балансувати своє життя. Я по собі знаю, що я там такий розумний, класний, у мене все в голові, і я собі, сам собі кажу, що Сашко, все нормально, все класно, ти ж все пам'ятаєш. А потім, ой-ой, там щось забув, там десь задьоргався, затуркався, щось не встиг. Ну і реально розумію, що проблема в собі. От як мотивувати себе вести щоденник? Когда мы ведем дневник, у нас вырабатываются те процессы, которые формировались 11 лет, когда мы учились в школе. У нас точно так же был дневник, и практически каждый человек, который представит перед собой неделю, он ее представит таким образом, как в дневнике. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и где-то там воскресенье. Я, например, не любил щоденник. Вызывал он у меня там деяку антипатию. Поэтому, когда мы ведем ежедневник, в первую очередь мы должны его планировать и оформлять по правилам. Есть такие правила, которые ввел американский президент Эйзенхауэр. Вот он как раз говорил о том, что есть дела, которые нужно сделать самому, есть которые нужно планировать, есть дела, которые нужно делегировать и выбросить. Делать самому нужно те дела, которые важно и срочно, чтобы сделали вы. Поэтому это, скорее всего, те дела, которые вы будете делать сегодня. Есть дела, которые нужно делегировать. Это дела важные, но не срочные. Поэтому ваш ежедневник будет заполнен не только на эту неделю, а и на следующие, и дальше недели. Например, если вы таким образом, во-первых, освободите сегодняшний свой день. Когда вы знаете, что мне нужно на маникюр, вы примерно, смотря на свои руки, сегодня понимаете, через какое время вам нужно пойти на маникюр. Вы открываете страничку через, допустим, неделю-полторы и записываете в этот день сделать маникюр. Точно так же абсолютно со всеми делами. Я, допустим, рекомендую планировать все. Какой комплимент сказать мужу, в какой день побыть с детьми. То есть вы тогда уже будете управлять своей жизнью. Мы очень часто говорим, что я автор своей жизни. И вот каждый день говорите себе, я автор своей жизни, я сама управляю своей жизнью. То есть это те дела, которые вы будете планировать, которые важны, чтобы сделали это вы, но не срочные. Те дела, которые мы делегируем, это срочные дела, но не важные.
Допустим, отнести обувь в ремонт может сделать это ваша подруга, ваша мама, ваша помощница, если у вас есть домработница. То есть это те дела, которые очень срочные, но не важно, чтобы их делали вы. Поэтому, пожалуйста, милые женщины, прямо сейчас, прямо в эту минуту подумайте, какие дела вы можете делегировать. И за счет этого вы освободите время для того, что важно и срочно. Ну, есть дела, которые нужно выбросить. Это неважные и несрочные дела. И похитители времени. И вот сейчас мне хотелось бы обсудить такую вместе, может быть, тему похитителей времени. Ну, вот я, например, знаю, что час у нас крадуть гаджеты, социальные мережи, игры, чаты, все те, де є деякий інтерактив, нам здається, що ми спілкуємось. Насправді ми просто витрачаємо свій час впусту. От банальний приклад, да? Якщо взяти телефон і відкласти його на годину, і годину займатися лише своїми справами, ну насправді ж нічого такого глобального в житті не зміниться. І оця година, яку ви віддали лише собі, яку у вас не вкрали, за цю годину нічого не змінилось в світі. Такого, щоб кардинально змінило ваше життя. Кроме этого, еще что похищает? Есть такой великий тренер, я его могу с большой буквы называть, действительно великий, Брайан Трейси. И вот он говорит, что 80% времени забирают это соцсети. Человек первым делом, когда просыпается, он хватает свой телефон, да, и начинает смотреть, что же там произошло. Я хватаю свой телефон для того, чтобы просто проснуться. Вы можете встать, просто проснуться и пойти себя будить там чашечкой чая. Это тяжко. Кофе. От коли ты открыв очи. Принять душ, контрастный душ, холодный. До цього треба ще дійти. Встать и заставить. Різниця між там встав и проснулся, десь може там бути 2 години, да? От ти відкрив очі, прийшов до тями, посидів в телефоні, поклався, подивився, що в житті відбувається, глянув трафік на вулицях, де є пробки, куди не треба їхати, полежав, почухався, перевернувся з одної сторони на другу, проснувся. Ну, це, може, я себе заспокоюю таким чином? Конечно, в любом случае. У вас, значить, нету чіткого графіка. Тобто ви себе успокаюєте, ви придумали собі таку ігру, да, що це вас буде. На самом деле, ні. Це вас відвлекає тільки від ваших важливих і срочних діл, і у вас нету чіткого графіка на сьогоднішній день. Тобто ви повинні убрати всі гаджети. Я так розумію, я ваш клієнт. Як Брайан Трейси говорить, да, що 80%, представте, із вашої цілі, із вашого часу, із ваших досягнень, із вашого планування у вас уходит на утренний вот этот ваш, так сказать, мацион. То есть это нужно избавиться от этой привычки и посвятить эти 80% времени самому ресурсному времени, которое идет до 10 утра, сделать очень важные дела. То есть до 10 утра составить вам график так, что самое главное дело на день вы должны сделать именно в 10, вот до 10 утра. Тогда у вас освобождается много времени для очень многих других дел, уже более мелких, не таких глобальных. Если вы будете придерживаться этого алгоритма, как он говорит, то у вас будет жизнь гораздо продуктивнее, и вы будете легче и проще достигать своих целей. У Брайана Трейси є така фраза «Прибери гидливість, з'їж жабу». Що він мав на увазі? Вот, очень люблю книги Брайана Трейси и вообще и других, скажем, тренеров, да, которые работают с управлением времени, и это как раз про планирование. Вот эта вот лягушка, которая говорит, убери брезгливость, съешь лягушку, вот эта жаба, это как раз планирование. Это то, что всем людям сложнее всего планировать. У мене поэтому просто виникають асоціації з місцевого етносу про жабу та гадюку, але повернемось до той жаби, яка краде наш час. Это жаба как раз то, что мы не умеем планировать, а хорошо потратить время. Поэтому приглашаем вас, милые девушки, еще раз прийти к нам и спланировать свой год. И я вас уверяю, я просто это гарантирую, что от 70 и более процентов ваших целей и желаний обязательно сбудется. Поэтому вы будете эффективнее гораздо, когда вы сделаете план своего года в команде профессионалов.
Так вот, планирование года, из планирования года вытекает планирование полугодия, потом планирование месяца, планирование недели, планирование дня. Мы идем от большего до меньшего? Да, от простого, от сложного к простому. И вот если у нас слон большой, то мы его как раз по частям едим. Тоже вот как раз такие метафоры тайм-менеджмента. Наскільки багато треба приділяти часу людині в день от, на планування? Ми ж розуміємо, що, да, що планування – це також витрачений час. І час повинен витрачатись ефективно, щоб був результат. Скільки ви рекомендуєте приділяти уваги цій проблемі? Скільки часу треба витрачати на планування? Так, щоб планування не перетворилось в якусь рутину, щоб людині було комфортно. Які у вас рекомендації? Я рекомендую использовать своє время продуктивно і не делать из этого планирования какой-то там большой, огромный этап. Это вы сели, вам буквально нужно 10 минут, да, 15, чтобы вы скорректировали, что если у вас какие-то изменения. Потому что бывает, конечно, не всегда только мы идем так, бывают какие-то корректировки в течение дня. И ваш календарь, да, который вы на завтра запланировали, у вас какие-то могут быть там сдвиги. Чтобы у вас не было такого разброда и шатания, то есть вы всегда имеете какой-то запасной план. Если у меня сегодня отменится этот, да, дело, я могу его заменить этим. То есть я могу тогда его потратить ресурсно сюда, сюда, сюда. И на это буквально нужно минут 15, чтобы вы этот день спланировали. И тогда вы четко идете вот по этому заданному своему календарному дню. Воскресенье. Я рекомендую планировать неделю в воскресенье или за неделю планировать неделю. И корректировка каждый вечер. Спросить себя, что я сделала сегодня, что я могу перенести на завтра, что убрать, выбросить. Стол. В общем, я вам говорю, девушки, что вы попробуйте, особенно купите себе красивый, яркий ежедневник и красивую ручку. Тогда мотивация съесть лягушку будет гораздо приятнее. Почувствуйте себя француженками. И живите продуктивной жизнью, не тратьте ее на какие-то, не распыляйтесь на мелочи, да, а живите такой жизнью насыщенной, чтобы вы оглядывались и получали удовольствие, что вы такие продуктивные, что столько всего успеваете. И вам будет самой вот такой кайф и драйв от самой себя. Насправді тайм-менеджмент є і в нашій передачі. Наша передача добігає до кінця. Вона також запланована, в неї є час, ми не можемо вийти за рамки запланованого часу. Тому, шановні глядачі, шановні дівчата, жінки, шукайте в соціальних мережах, в Фейсбуці групи «Шанс бути жінкою», «Pretty Woman». Додавайтесь, задавайте нашим дівчатам питання, полемізуйте, приходьте до них в школу на заняття, вони вам допоможуть. Зараз мені от після цієї передачі нутро підказує, що треба прощатись, тому що час вже настав. Бачите, як я багато виніс сьогоднішньої передачі. Бережіть себе, встигайте скрізь, будьте щасливими.